Всем здорово, мы играем Plants vs. Zombies, приключения 3.6, мы начинаем. В прошлый раз прошли мини-игру, новенькая, походу под халапеньо это делаем. Кстати, мы после мини-игры отыграли халапеньо. Что еще есть? Наверное, берем 3 стрелки, такое если возьмем это и... Да. Ну, как обычно, с вами Фанни. Возможно, я не упоминал об этом при начале. Значит, халапеньо останавливается очень долго. Плохие собаки, слышите, гавкают, если слышите. Поэтому можете слышать гавканье собак. Ну что так долго, что? Боже. Скоро, если закончим ПВЗ, начнем играть в Слендера Long Night. Там уже будет игра поболее. Как начали играть? Быстрее, 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 быстрее! Ой, все тут прекрасно. Мы его утянем к чертям собачьим. Да что ж такое, что ж вы мне покоя не даете? Не хотят они Фанни отпускать. Вот. Вот. Отбили атаку. Вот. Не могут они. Просто уйти. Вот. Просто бы уйти. Да, конечно, в игре две волны. Запись долго. По 3 уровня же играем. Все-таки решили расширить свои время игры. А то уже 10 выпусков. 11 выпусков даже видео, а мы до сих пор играем еще в ПВЗ. Вообще немыслимо даже. Тогда уже немыслимо. Оп. Ага. А, крючковый. А, помогает получить, помогает.
Какая мутная игра. Одно и то же, одно и то же, блядь. Вообще, сейчас. Ничего, скоро мы ее пройдем. Тут уже надоело как-то играть. Да, чуть ничего интересного. Круг зомби, да, круг зомби. Для темпа. Опа. Чики. Далее чики. Это у нас колючка. Прокалывает шины и ранит на вступающих на них зомби. Да. Жестко. О, возьмем. Это я в прошлый раз пришел на дело. Чё взять тут? Чё ещё взять тут? Чё-то не хватает чего-то. Может, вот это взять? Да, наверное. Ух ты, три волны, да. Чувствую, это будет последнее видео, пока что, потому что три волны это жестко. Хватит нам пока и по две серии. Ой-ой-ой, а у меня еще даже не сажено. Мне еще надо теперь это. О, божечки. Сколько еще всего сделать, наверное. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что я вообще медленно застопорился. Чё-то я застопорился, чё-то я застопорился. Ой, блин. Чё-то я так застопорился, ступор как устал у меня в игре. Уже первая волна, у меня до сих пор ещё... Ё-моё.
Да ну нафиг. Лучше поставлю этот. Наконец-то, почти мы отстояли. Да очень долго. Эти бозочки. Ну, теперь бозы. Фух! Капец, короче, я забыл снять с паузы видео, и получилось так, что я до сих пор играл и почти весь уровень прошел, короче. Ну, как видите, как в прошлый раз было все так же самое, только я поставил еще шипы вот сюда, а так все то же самое. Так что ничего вы такого не пропустили, не переживайте, если что. Опа! Шипа-то тоже действует. Не знаю. Короче. Так куча тут, конечно, вот. Одна. Опа, 2500 баксов, и это факел, горящий факел, хоть дело, дерево факел, пролетевший сквозь него горошек, что превращается в огненные шары. Всем ясно, все, ладно, пока, с вами был Паня, увидимся в следующий раз, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.